power. I need more power. You have something that belongs to me. This is mine. Then I'll take it. Всем привет, ребята. И вот так вот неожиданно я нажал продолжить. А здесь резко все началось. Я еле успел включить запись. Опустошенный Вергилий. Значит, продолжаем. Это и есть наш враг. Ну, по крайней мере, теперь он таковым является. Это тот мужик, про которого я говорил. Кто же он такой? Так, надо вспомнить. Меня здесь не было неделю в этой игре. Как играть? Что делать? Так. Я ж какой-то прием купил. Вот это вот, BY, ага, понятно, сейчас попробуем. Вот тебе. Ну, на него это ни капельки не работает. Ладно. Ага. Ладно. Ладно. Я его не пройду, что-то мне кажется. Какой-то он слишком жесткий. Ну, в общем, это опустошенный Вергилий, это мы против себя же деремся. Я никак не могу избежать этих фигней. Так, уходим назад, короче. Блока нету. И что я могу сделать, если они молниеносно в меня попадают? На него ни черта не работает. Умри. Вот тебе... Ясно. Один удар и все. Ага, хорошо. И получай. И еще раз. Вот тебе. Все, уходим. Кажется, ясно, что делать с ним. Ну, давай, Вирджил. Алло. Неужели та штука съедает? Мой курок. А мне вот все пошло, пошло, пошло. Ну чё, сдаешься? Верни мне мой амулет. Получается, мы в каком-то внутреннем мире своем собственном. Ух ты. Ах. Могу ли я как-то? О, блин. Уходим. А ну вернись. Иди сюда. Ай, как быстро. Да. Черт. Все, он вернулся. Не знаю, хорошо это или плохо. Так что он творит? Ты не умел такого раньше. Так, шанс. Хорошо. Раз, два, три. Иди сюда. Хорошо, бьем его. Все, отходим. Отходим. Какой-то бешеный. Ага, ждем, ждем, ждем. Хорошо. Раз, два, три. И это ему уже не отнимает. Я же отпрыгнул. Вот тебе. Да, это жрет нашу ману. А я-то думал, просто улучшил. Так, аккуратно. Ой-ой-ой. А, надо быть внимательным. Уходим. Да блин, ну что ж. Сваливаем. Здоровье у нас с вами не фонтан, но и у него не намного все лучше. Сейчас он, наверное... Ух ты ж как. Ну хорошо, а если я
Так. Хорошо. Давай, умри уже. Сколько можно? Держимся на безопасном расстоянии. Ну ладно. Не будем рисковать. Почему у него вечный блок? Ага. Хорошо. Все, что ли? Ну, похоже на то. Есть сила. Лучше, чем ничего. Что, закончилась глава так быстро? Так, мы прошли на А. Ну ладно. Не так-то и плохо. А что в следующей миссии будет? Еще один шанс. Мы снова будем возле врат. В рай. И даже не знаю, что нас там ждет. Но... если верить количеству пропащих душ и фрагментов курка креста здоровья, то миссия будет длинная. Поэтому у меня не хватит памяти на компьютере и придется вот эту вот миссию закончить уже сейчас, несмотря на то, что она невероятно короткой получилась, но, к сожалению, две в одну я уже на данном этапе записать не могу. Осталось 19 гигов памяти, и этого явно не хватит. Так, посмотрим, что у нас в магазине. Есть одно улучшение. Стоит ли его использовать? Или же пока рано? Мы получили какую-то силу, может, это будет оружие дополнительное. Пока не знаю, поэтому приберегу. Для следующей серии это одно единственное улучшение. Что касается предметов, то у нас денег очень мало. Но можем купить маленькую, можем купить большую. Давайте купим лучше большую. От нее больше толка будет в последней миссии. Ну что ж, ладно, хоть так быстро прошла эта серия. Ничего страшного. Скоро будет следующее. Там и услышимся.